В рамках проводимой Советом судей Российской Федерации всероссийской акции «Книга памяти», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, просим откликнуться родственников судей и сотрудников аппарата суда, работавших на судебном участке Ворошиловского, а ныне Октябрьского района города Орска в период 1941 по 1945 годы. Это наша общая история, давайте сохраним ее вместе.